Здравствуйте. Добрый день. Вы, наверное, все в курсе, что у нас сейчас ураган идет по Германии. И вот, чтобы на улицу не выходить, не подвергать своей жизни опасности, и других тоже, и вообще цель сохранения жизни своей, остаюсь дома. Сегодня у нас, правда, не такой сильный ветер, как вчера. Сегодня у нас где-то 40 км в час идет ветер. Но все равно это очень опасно, я считаю, и лучше оставаться дома. Хочу вам представить своего друга, который у меня находится дома. Это машина, которая помогает мне пережить эти ураганы и не выходить из дома. Вот такая вот она интересная. Здесь расстегивается. Должна расстегиваться машина. Она массирует мне спину, массирует в районе почек, живота, коленей, ног. Хочу показать ее в действии. Вот такие шипы у нее очень сильные. Смотрите внимательно. Вообще, очень хорошая машина. Я пользуюсь с ней уже, ну, это года два, наверное, она у меня. И вот в таких ситуациях, когда нельзя выйти на улицу, когда ураган, что, тогда можно пользоваться такими. Варио называется люкс. Ну вот. Вот такая вот машина у меня есть. Вот так вот она дублирует. Помогает мне немножко сохранять стабильную фигуру более-менее, все-таки мне 60 лет. Спускается вот так вот ремень вниз, массирует дальше колени, смотрите, в районе колен массирует. Могу чуть дальше спустить этот ремень. Опять-таки вверх поднимается он, ну, можно автоматически поднять. Так вот поднимается, дальше вдоль спины и выше поднимается этот ремень. Мне, конечно, не так удобно продемонстрировать все, потому что я все-таки не молоденькая девочка, но стараюсь держать себя в форме, занимаюсь спортом дома. Вот ураган пошел, делать нечего, и я занимаюсь массажем. Массирую свое тело, колени, чтобы не болели, чтобы кровь хорошо циркулировалась, не было нигде застоя. Вот так вот. Это намалывает. Смотрите, какой сильный здесь жгут или как его? Ремень. Очень сильный, массивный ремень. И можно приятное с полезным совмещать. Вот эти вот иголки, они кажутся очень жестокими, но на самом деле они хорошие. Хорошо смотрятся и хорошо вот жгут у нее. Вот туда одевается этот жгут, снимается и одевается. С этой стороны снять. Снимается этот жгут. У меня несколько жгутов дома. И я пользуюсь этой машиной во всех удобных случаях, когда у меня есть время. Очень удобно. И для ног тут
приспособлен на такой вот рифленый, как бы массаж тоже для ног. Очень удобная машинка, она меня выручает. Ну вот, теперь я вот показываю со стороны Рюкина, как она может массировать. И вниз она тоже, естественно, спускается, это же ремень. Так вот потихоньку, вот таким движением. Ну, короче, я немножко экономлю деньги на массажи, не хожу. Стараюсь дома свое тело массировать, руки, ноги. Вообще хороший друг и хорошая помощница – это моя машина. Ну вот, кончила спортом заниматься. Теперь вот сижу, думаю, что можно было бы вам кому-то приобрести, кто живет в больших городах. И, допустим, плохой воздух, дышать нечем, или жарко сильно, или холодно, или вот сейчас вот у нас ураган, например, могут бы приобрести эту машину. Она стоит где-то 100-140 евро, не так дорого, я считаю, даже я вот могла себе позволить ее купить. Вот, и сохраняет здоровье. Все-таки, конечно, когда человек массирует, массаж делает медсестра там, или специалист, не заменит ничто, я ничего против не имею. Ну, если нет такого, возможности такой нет, и дома она тоже хорошо пригодится. Мне, например, вот она очень нравится. Я бы вам тоже советовала всем купить эту машину. Ну и все, что я хотела вам сказать. Спасибо вам за поддержку, за то, что вы меня лайкаете, смотрите, слушаете мои советы. Я очень рада с вами общаться. Вообще очень люблю свой канал и вас всех люблю. Приходите ко мне все.